Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и Blitz Summer Cup вышел на финальную прямую. Что могу сказать от себя? Очень много неразберихи, огромное количество комментариев по поводу того, где смотреть, как смотреть, что нажимать. Да, с новостью вроде бы ознакомились, но непонятно, где будет сама трансляция проходить, так, чтобы можно было ее посмотреть ради тех призов, ну, в принципе, из-за которых все это делать и будут. Я претендую на звание самого лучшего ютубера, потому что на моем канале вы всегда найдете видео, в которых я нормально, популярно объясняю, что к чему, а не так, как у других авторов. Зайдете, посмотрите, а куда заходить, как заходить, с чего заходить, никто ничего не объясняет, типа я сам должен догадаться. Так вот, ребят, я попытаюсь в данном видео объяснить, где смотреть, как залогиниться, как забрать свои призы. Итак, раньше было следующим образом. Разработчики выкладывали новость, вы заходили в эту новость, и здесь, ребят, в расписании трансляции разработчики добавляли соответствующие ссылки, переходя по которым вы могли эти трансляции смотреть. Возможно, и в этом году так и будет, но я решил забежать наперед и рассказать вам, как, не дожидаясь этих ссылочек от разработчиков, самостоятельно найти трансляцию и знать, когда она произойдет именно в вашем случае, ну и, соответственно, как избежать неправильного залогинивания или не залогинивания в целом, что приведет к тому, что вы не получите свои призы. Так вот, ребят, сделать это можно через саму игру. Я буду показывать на примере своего компьютера, вы то же самое сможете сделать с телефонов либо с планшетов. Для этого вам необходимо зайти в настройки, в настройках нажать на поддержку, и когда вы нажали на поддержку, вам необходимо будет, когда вы уже попали на соответствующий сайт, вот так он выглядит, если вы были в службе поддержки, то я думаю, знаете, как это выглядит. Дальше вам необходимо здесь на странице вашей службы поддержки, кстати, обратите внимание, вы уже залогинены, потому что заходите в службу поддержки через свой игровой аккаунт, то есть логиниться вам уже не надо, и разработчики уже будут знать, на какой аккаунт вам необходимо начислить ваши ключики. Здесь нажимаете в левом верхнем углу «Игра», и здесь выбираете себе World of Tanks Blitz. То же самое делаете с телефона. Дальше будет один нюанс, на который стоит обратить внимание, если вы будете это делать с телефона. Нажимаете на сайт игры, вас перебрасывает на сайт игры, и вот здесь маленький нюанс. Если вы делаете это с компьютера, то просто нажимаете на турниры, а если вы делаете это с телефона, то сначала нажимаете на меню, а в меню нажимаете на турниры. Вот когда вы нажали на турниры, вы попадаете на страницу турниров игры, опускаетесь чуть ниже и видите вот эти вот три финала, за которые вам будут начислять призы. По две трансляции в каждом из этих финальчиков. Всего 6 трансляций. Ну, в новостях, я думаю, вы видели. Теперь выбираете себе ближайший турнир. В нашем случае это Америка, который заканчивается через 2 дня. Нажимаете на данный турнирчик, попадаете на страницу турнира, и здесь есть 3 видео, которые вы можете выбрать. Они все одинаковые, за них одинаково все начисляется, просто разные комментаторы. Нажимаете на один из них, и вот, пожалуйста, вы на странице вашего турнира, вашей трансляции, за которую будете получать призы. Теперь что вы здесь видите? Вы видите, что для вас трансляция начнется через 18 часов. Вы видите, что она состоится по вашему конкретно времени, вот в том населенном пункте, где вы находитесь, в, допустим, в моем случае я в Киеве, в 5 часов утра 12 августа, то бишь завтра, с самого позаранку. И это, ребята, все продлится с 5 утра до 7:55. Здесь вы ниже видите шкалу заполнения просмотра трансляции. Шкала заполняться будет 3 раза в нашем случае, потому что 3 ключа. И здесь, ребята, отображается, сколько ключей вы уже собрали из максимального количества возможных. Я советую вам зайти за 10 минут до начала трансляции, чтобы все нормально было, чтобы не пришлось потом перезаходить. Этих 10 минут вам ничего не решит, но вы будете уверены в том, что правильно подключились. Когда начнется трансляция, она сначала начнется просто в виде повествования. Играть там пока еще никто не будет, это будет время для подключения всех желающих к просмотру. И здесь у вас необходимость будет нажать на play, скорее всего, либо автоматически начнется трансляция, и начнет идти таймер вот такого вот серого цвета. Это значит, что трансляция идет, все нормально, все окей, и вы к ней подключены. Когда разработчики включат отсчет времени, за который вы будете получать ключи, у вас рядом должен появиться еще один таймер, который будет светиться вот таким вот голубым цветом. Он будет показывать, сколько времени вы просмотрели трансляцию, за которое вам начисляются ключи. Ну и, соответственно, начнет заполняться данная шкала. Таким образом, ребят, пользуясь вот этим способом, вы не должны нигде заходить, логиниться, вы не должны что-то где-то вводить, это происходит автоматически.
Если вы собираетесь сделать это с нескольких устройств, ребят, то абсолютно не проблема, все то же самое прокручиваете на разных устройствах, либо можете облегчить себе задачу, просто копируете ссылку, которая появилась у вас сверху, ну и, соответственно, пересылаете себе на соответствующее устройство, и там тоже заходите в трансляции. То же самое произойдет и со второй трансляцией, с третьей трансляцией, тогда, когда они будут стартовать. На данный-то момент мы ожидаем всего одну трансляцию. Когда будет вторая трансляция следующего дня, то бишь сам финал, за который вы получите 5 ключей, здесь эти ссылки обновятся и будут, соответственно, новые трансляции запланированные, которые вы сможете посмотреть и забрать свои призы. Теперь, что касается времени просмотра, когда что будет происходить. Давайте разберемся еще раз с этим вопросом, потому что, несмотря на то, что в предыдущем видео я вроде бы все объяснил настолько, насколько смог, все равно ребята продолжают спрашивать, я думаю, что необходимо их уважить. Итак, заходите в новость. Заходите в новостях в трансляции и здесь видите расписание трансляций. Как вы видите, трансляции будут на трех серверах в разные дни, 6 видео, за каждое из них вы будете получать ключи. За 12, 14 и 19 число вы можете собрать максимум по 3 ключа за каждую трансляцию, всего 9. За 13 число, 15 число и 20 число вы можете забрать по 5 ключей максимум, итого суммарно 15. В сумме, ребят, если вы просмотрите полностью все трансляции, все 6 трансляций, вы заберете 24 ключа. Надеюсь, с этим разобрались. Что касается времени начала трансляции, если вы находитесь в Европе, то для вас трансляции начинаются в 4 часа по CEST. Что такое 4 часа по CEST? В описании к данному видео, ребят, не поленитесь, перейдите, пожалуйста, по ссылочке, которую я добавил, посмотрите вот это мое видео, в котором я объясняю абсолютно нормально, доходчиво, максимально разжевываю, каким образом пользоваться временем CEST, как его посчитать, ну и делюсь своими определенными лайфхаками. В частности, ребят, вы там найдете инструкцию, как пользоваться вот этим сайтом и ссылку на данный сайт. Здесь, ребят, вы сможете ввести свой город, в котором вы находитесь, поставить себе CEST, и, соответственно, оно покажет вам разницу во времени. В нашем случае, если я нахожусь в Киеве, соответственно, для меня 4 часа по CEST это 5 часов утра по киевскому времени. Вот и все. Ничего сложного абсолютно нет. Поверьте мне, свои призы забрать сможет каждый. Ну, как каждый. Тот, кто сможет поднять себя в 5 часов утра, или, как я вам посоветовал, без 10:05, ну и, соответственно, посмотреть трансляции. Какие-то трансляции будут днем, а какие-то будут вообще вечером. В общем, что-то мы с этого все равно заберем. Я надеюсь, что я был вам полезен, и надеюсь, что вы оцените то, что я пытаюсь объяснить всем максимально доходчиво, а не оставляю вас на произвол судьбы. И оцените это вашей подпиской на канал, вашим нажатием на колокольчик и вашими комментариями в поддержку канала. Они очень нужны для развития и для того, чтобы можно было нормально соревноваться с теми мастодонтами, которые оккупировали YouTube. А рассказать нормально обычным игрокам, что необходимо делать, как и когда, почему-то не удосуживаются. Я побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира, побед, огромного количества призов, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.